Ну, давай. Вырезаем плазморезом задние снизу. Ну вот. Сейчас еще дам. Работай дальше. Пускай снимает. Так хорошо все режется. Вот как оно. Еще будешь? Поковырять надо. Опа! Готов. Нет еще. Что-то отвалилось. Да, это рычаг. Теперь его выбить бы попробовать. Может выйдет. Разогрелся все-таки. Может пойдет. А мне блок не улетит. Не в ту сторону молотишь. Да и без разницы в какую, он ни в какую не идет. Сейчас со второй стороны надо отрезать. Сейчас будем там резать. Он у тебя приварился насмерть, но... Это тем и хорошо, что оно не приваривается, а срезается. О! И сейчас мы его сможем вынуть. Примерно как-то. Ну он там болтается, но как он болтается? Вообще нагрелся, должен выскакивать. Мне кажется. Здесь надо дорезать еще. Там горит что-то? Внутри. Ну там резина горит, конечно.
Еще как горит, горит, полыхает. Почти вылетел. Ну да. Сейчас добьем его. Так, потом вот обратно надо будет ставить. Вот же, должен уже выйти. И не выходит. Выбить, что ли? Вот я почти выбиваю. Там еще поподрезать, вон там, внутри. Он вовнутрь лезет, а наружу не лезет. Блин. Это потому что его перекосило. Перевернуть его? Да нет, сейчас выйдет. Провернуть, вернее. Остатки. Там, опа, все. Вылетел. Вот легко и непринужденно. Ну, все, еще все? Один остался. Закончили, нет? Еще один. Все, три вынул, остался четвертый. Ну и да, за тот что? Да, я думаю, что да. Плавнорез. Все веселые искры ты уже снял. Текущий скрывается. Главное, мы его поменьше в кадр будем. Что нужен паспортный временомет. Ну, нормально так получилось. Так, я иду. Сейчас мы посмотрим, что ты творил. Так, покажи-ка нам его. Чем мы резали? Не. Сюда его. А вот. За охоту, чем мы резали? Чего, да? А вырезали мы. Очень хорошо. Да? Они как развальные здесь получается вижу еще. Я понял, да, вырезал. Продолжил. Да. Волшебный аппарат.